Утро 3 сентября. Петербург. Вид на Невский проспект с улицы Марата. Генеральное консульство Швейцарии. Флаги кантонов Швейцарии. Страна, принявшая закон о криминализации отрицания геноцида в своей стране. По соседству Генеральное консульство Венгрии. Понедельник, 3 сентября, сняли флаги с балкона второго этажа. Непонятно почему. Рядом внезапно начато какое-то строительство. Стоят машины. Ребята работают. Одиночный пикет. Второй день подряд. Символически. Один в поле воин. Нормально он сидит? Это подсобник. Вчера еще висели флаги, сегодня их нет.